На видео представлен жеребчик от Glamour Dale на кобыле от Fürstenbohler, рожденный в мае 2023 года в конном заводе «Статус». Безусловно, жеребчик топ-класса. Три аллюра высочайшего качества, превосходный современный экстерьер, идеальный баланс, хороший темперамент. Родословная состоит из сочетания лучших в мире дрессажных лошадей. Wow. В самом начале карьеры этот жеребец заявил о своих лидерских качествах. Абсолютный чемпион КВПН на лицензировании жеребцов в 2014 году. В 2018 году Glamour Dale стал чемпионом мира среди 7-летних выездковых лошадей на чемпионате мира. В 2019 году жеребец стартовал на уровне малого приза без единого поражения. Можно наблюдать, чем выше уровень езд осваивает жеребец, тем выше становится процент результата. Во время всемирных конных игр в Дании Glamour Dale феноменальным образом выиграл специальный гран-при с результатом 82,5% и фристайл с фантастическим результатом 90,6%, что сделало его двукратным чемпионом мира уровня гран-при. Мать жеребчика – фантастическая кобыла от Fürstenbohler, 169 см в холке, правильная, красивая, пластичная кобыла, давшая в конном заводе уже три ремонтные дочери – от Секрета, Джаза и Татилоса. Потомки Fürstenbohler всегда в числе лучших. Вряд ли какой-либо жеребец может предложить такую преемственность в наследственных качествах. Он произвел 90 лицензированных жеребцов, около 170 кобыл премиум-класса и более 80 лошадей, успешных на продвинутом уровне S-класса в выездке. Во главе результативности кобыла Дансьера, занявшая 4-е место в команде и 7-е в индивидуальном зачете на Олимпийских играх. А также многочисленные фантастические аукционные лошади, такие как First Brime, с сенсационной ценой 1,7 миллиона евро на аукционе PSI в 2021 году. Вы можете увидеть на этом видео красоту, талант, успех, мечту, искусство в лучшем исполнении и, возможно, ваше будущее.